Привет всем подписчикам. Ребята, ну на Савеловске сейчас редко езжу. В основном вот видосы по работе. Вот сегодня закончил очередной заказ. Здесь только перетяжка. Диван был убитый вообще наглухо. Все менялось. Поролон, наполнитель, ткань. Единственное, деревяшки, как были у них, не просили они красить ничего. Ну и слава богу, потому что тут с маляркой определенные проблемы. Диван вот такой здоровищий. Ну, то есть он раскладывается. Такая там раскладушка внутри. Вот здесь, смотрите, подлокотники такие интересные. То есть там бар внутри. Туда бутылочки, сюда фужерчики. Тут вот пепельницу. И сидишь, кайфуешь. В том подлокотнике такая же хрень. Вот такое вот дело. Закончил сегодня. Вот здесь тоже ящик. Ящичек. Тут вот какие-то приспособы непонятные. Чего они нужны? Неужели удобно так? Вот так вот они поднимаются. Видите? Механизм там. Так вот опускается. Подушка, короче, живет сама по себе. Пока ее по башке ей не дашь, она не опустится туда, куда надо. Ну вот так это может выглядеть. Поднимаешь их, короче, на любой уровень. Ну и все, на сегодня уже время 10 вечера. Задолбался. А, и вот разобрал 6 стульчиков. Поменять поролон, ткань. Вот такой там поролон уже весь сыпется. Разобрал без покраски, соответственно, надо было разбирать очень аккуратно. Все, спасибо за внимание всем. Вот, ребята, моя работа. Вот такой вот дюманчик. Складочки там, блин, поправить. Складка какая-то херовая получилась. Ошибись. Тоже с нуля. Изготовление с нуля. Каретная стяжка называется. И вот такое креслице. Руку. Кто-то оставил. Такое кресло. Вот чем мы тут занимаемся. Кровать моя стоит до сих пор. Не знаю, когда доставлять будем. Ну, все, это вот готово. Зашибись. Все, снимаем дальше. Так, ну вот, ребят, вчера показывал, стулья разобрал. Вот они уже в готовом виде. Поролончик поменял, он старый. Вот, 4 стула готовы. 5-й заканчиваю. Время 1 час дня. То есть за полдня я их бомбанул. Такой вот у меня тут бардачина. Но это все вечером уберется. Спасибо за внимание. Оцените, пишите комментарии. Так, ребята, ну очередной обзорчик. Такие вот банкеточки. Блин, еще они сделаны. Тяжелые, как эти. Тут вот такая спиночка.
хрень. А, и тут пуговички. Ну, это я вот начал разбирать их. Сейчас, что я совсем. Тут вот такие пуговички. И на спинке вот тоже пуговички. Буду делать 5 штучек. Так, ребята, еще раз здравствуйте. Ну вот сегодня суббота. Так, делать мне с утра было нечего. Ну, я к начальнику подошел, что делать. Я охуел. Вот кто это, он говорит, с какого-то ресторана привез. Представляете? Я не знаю, что это за ресторан, у Ашота или что. Короче, вот видите, да? Спинка отломилась, и ее нету. Просто нету. А здесь отломилось одно ухо. Он говорит, надо сделать 2 таких же спинки. Вот. Ну, короче, ремонт. Здесь я вообще не знаю, что сделать. Может, подклеить или что. И вот эти вот, смотрите. Такие стулья. Короче, вот такая вот рванина. Саморезы всякие разные, какие были. Вот такие вот спинки. Перетянуть надо. Вот такие вот стулья. Которые стоят, блядь, 300 рублей, нахуй. На Авито новый. Сколько, интересно, они заплатили за ремонт этих вот 6 стульев. Там какие-то еще 2 маленьких креслица. Тоже их не перетягивать, а снять, зашить там шов один. Ну, это просто кошмар. Такая работа. В шоке я, конечно, сегодня. Всем добра. Снимаем дальше. Продолжу. Небольшой обзорчик. Ну, вот такие банкеточки. Вот они были. В какой ткани. Здесь просто перетяжка. Вот 5 штучек. 3 практически перетянул. Вот эту рухлядь склеил. Со струбцинками тут лежат. Уже высохли. Вчера я это сделал. Здесь вот вставочку вклеил. Сейчас я ее зашлифую. Будет все замечательно. Ну и между делом такое вот креслице обил. Тоже перетяжка. Это все поперетряс, каркас склеил. А вот эту еще хрень надо обить. Короче, вот 3 маленьких заказика готовы. А вот эти выгнул фанеру. Спинки сделал. Надо зашлифовать, зашпаклевать, покрасить. Все. Вот. Такая вот у меня работа. Ну, как всегда, творческий беспорядок. Сейчас надо сначала уборочку навести и продолжить процесс. Кровать моя стоит до сих пор. Не знаю, когда ее вести. Все, начинаем работать. Так, ну, вот такой хренью мы занимаемся. Это, короче, какие-то парикмахерские, наверное. Парикмахерские. Вот это рекламация, короче. Вот это стропа, гнилушка. Так, тут что у нас? Ножки покрасить надо в белый цвет. Вот подушки от моего дела, блять, до сих пор стоят. Вот привезли старинные стульчики. На реставрацию. Офигенно. Соточка, наверное, годиков. Точно есть стульям. Так.
сейчас вот взял по мелочам. Вот офисное кресло разобрал. Швея шьет. Вот эти спинки надо покрасить. Стульчик вот так. Вот такая легкая реставрация. Здесь вот куска не было. Вот я вклеил, все зашлифовал. Надо шпаклянуть и покрасить. А здесь вообще кошмар. Тут, короче, эти проточили уже, блин, караеды или кто, съели стул. Вот. И они его выкидывать не хотят, хотят такую, ну, чтобы крепко было, не то что реставрация, чтобы было крепко и особо без. То есть вот это я все убирать не буду. Вот эти дырки. Вот этот кусок зачистил, заклеил. И вот здесь такая щель, короче, проломилась. Это уже фанерка. Она тонкая, трешка. Вот. Ну, снизу поставил латку. Приклеил. Вот. И опилки с ПВА залил эту дырку. Здесь вот тоже здесь. Вот. Ну, соответственно, склеил эти стулья. Все разбирал полностью. Склеил. Вот. И вот такой заказ взял. Такое кресло с каретной стяжкой. Покраска, значит, вот эти все изъяны убрать. И бесцветным лаком. Такое вот кресло. Одно, короче, надо сделать. Они посмотрят, клиенты. И таких будет 18, что ли, или 28. Не знаю. Вот, зарплату мне не дали ни хрена сегодня, потому что диван не сдан до конца, кровать стоит. Короче, с деньгами печалька. Пока. Ну все, набрал я видосов на 10 минут, так что смотрите, ребята, пишите комментарии. Вот, работы сделал дохуя, толку пока ноль. В плане финансов. Это пиздец. Убивает морально. Наглухо. А, вот два стульчика тут простеньких. Сегодня обил. Короче, работы сделано много. Карманная эффективность ноль. Печалька. Ладно. Всем добра. Пишите, звоните.